считаю, что каждый человек имеет право на выбор. И также на выбор своей профессии. И секс-работа – это такая же работа. Поэтому я и стала активисткой. И стала защищать, отстаивать права секс-работников. Почему? Потому как также со своего опыта я знаю, что полиция не реагирует ни на какие от секс-работников заявления. В том числе на рабочих местах, где девочки зарабатывают себе, предоставляя секс-услуги. И если насчет их происходит какое-то насилие, вызывается полиция, они просто приедут, постоят, понаблюдают и уезжают. Потому что они считают, что они сами виноваты. Полиция позволяет себе приезжать к девочкам и пользоваться их услугами бесплатно. И, естественно, обратиться за помощью к той же полиции и чувствовать себя в безопасности они не могут. Я представляю самоорганизацию Legalife Украина, которая отстаивает права секс-работников и выступает за декриминализацию проституции. Это позволит отменить административные и уголовные наказания за занятие проституцией, что даст возможность секс-работникам быть защищены.